Всем привет! Сегодня мы с вами вместе будем раскрывать вот эту замечательную посылочку из Sephora и пробовать то, что там внутри. Как я заказала эту посылку? Есть такой блогер Антон С. И мне нравится смотреть его влоги, как он переезжает из страны в страны и показывает, какими средствами он пользуется. И в одном из его последних видео он показывал умывалочки. Я не знаю, что это такое, либо умывалка, маска, что-то такое. Три штуки, наборчик один. Вот. И после как раз-таки этого видео мне захотелось попробовать такой продукт, и я заказала себе. Ну, как вы знаете, я же не могу себе заказать просто один продукт. Сейчас покажу, что у меня получилось из всего, что я заказала. Планировала один, а получилась целая коробка. Давайте смотреть, что же здесь такое у нас. Я уже раскрыла. И потом я покажу, будем использовать средства эти, и я вам покажу. Так, вот ради чего была вообще заказана эта посылка. Это вот такое корейское... В общем, это как клей-маск. А здесь три разные маски. Написано «Clay Mask to Foaming Cleanser». Окей. Сначала мы наносим это на лицо, держим 3 минуты, это получается как маска, а потом мы это смываем. То есть это из маски превращается в умывалку. И здесь три разные типа. Один успокаивающая белая, увлажняющая розовая и освежающая зеленая. Вот как это выглядит. Посмотрите. Такие три штучки. Так, сегодня мы с вами будем пробовать 3 в 1, я не знаю, сразу же 3 нужно их использовать, либо по одной. Будем сегодня пробовать 1. И первое, что мы с вами будем попробовать, это давайте сделаем Pink Moisturizing. Но прежде чем перейти к этому, я хочу показать, что еще я заказала. Еще я заказала себе вот такое тональное средство от фирмы Huda Beauty. Скажу честно, такой продукт я ни разу еще не пробовала, и мне очень сильно захотелось использовать его. Во-первых, потому что у меня тоналка моя закончился, который спрей у меня был. А во-вторых, вот это именно такая компания, потому что я слышала, что она хорошая, кто его использовал. $40 стоила вот такая вот фишка. Здесь цены нет, я просто помню, это было $40. Не помню, сколько, честно, стоили вот эти крема. Тоналку тоже будем ее использовать. Дальше. И третье средство, которое я заказала, я давно это хотела, это называется консилер от фирмы Tarte. По глазам, тон выбрала, какой тоже будем с вами смотреть. 25S Light Medium Sand, а тоналка Amaretto 310G. В общем, все это мы с вами будем пробовать. Вот это тоже я видела, многие рекламируют. Это очень популярный бренд в последнее время. Мне очень сильно захотелось попробовать. Вот. Кроме этого, мне здесь в подарок прислали вот такие вот пробнички. Смотрите, вот это вот, что сегодня мы будем с вами вместе пробовать. Вот видите, это спанч. Когда он сухой, он вот такого размера. Когда мы его с вами положим вот сюда в воду, он вырастет вот до такого размера. Сейчас мы с вами будем это все вместе пробовать, это будет интересно. Дальше пробник мне прислали вот такие седые волосы закрашивать. Я сначала думала, я не поняла, что это для волос. Там выбираешь себе 3 бесплатных пробника. Я выбрала себе это, я думала, что это какая-то тоналка. Но это не тоналка, это закрашивание корней. Интересно. Дальше, вот такой вот пробник, это у нас... Тоже какая-то умывалка, гелевая умывалка от фирмы Avalon. Сегодня мы ее пользовать не будем, потому что мы с вами будем использовать наше вот это средство. И третье, что мне дали попробовать, это вот такая вот тональная основа от фирмы Becca. Здесь 3 разных, видите, тона. Кашемир, Maple и Draftwood. Это нам тоже сегодня с вами не понадобится. В общем, что мы сейчас с вами будем пробовать? Первое, что мы с вами делаем, мы с вами будем делать маску для лица. После этого я хочу попробовать 2 вот этих средства. И наносить я эти средства буду вот этой штучкой. Будет интересно. Поехали!
Так, ну что, я нанесла это средство. Держим 3 минуты, потом это все смываем. Сегодня мы использовали с вами розовый увлажняющий маску. Вот косметика Dr. Jart Plus. Посмотрим, что из этого будет. Сейчас пока, не знаю, состояние пока не могу объяснить, немножко вроде бы что-то пощипывает. Посмотрим. Пока мне все нравится. Так, я только что смыла эту маску, умывалку, я не знаю, как назвать. И я делюсь с вами впечатлениями. Лицо прям такое, как свежее, что ли, я не знаю. Но это, наверное, видно, оно даже как-то светится у меня. Очень классное такое состояние, мне нравится. В общем, я в восторге. Сегодня пробовали розовенькую, завтра хочу попробовать... А нет, сегодня вечером я хочу попробовать вот такую вот белую, которая называется Calmy, успокаивающая. Очень классная штука, мне она понравилась. Вспомнила, $35 стоит вот этот вот наборчик такой. $35. Так, ну что, дальше, что здесь у нас еще есть? Так, эти пробники мы не будем. Сейчас мы с вами будем экспериментировать над этой губочкой. Как он будет увеличиваться, мне самой очень интересно. Так, ну что, сейчас мы будем с вами из вот такого размера делать вот такой размер. Так, я сделаю маленькую дырочку. Не знаю, как эта штука открывается. Давай, расти. Растет, не растет. Или растет немножко. Я знаю, что в некоторых ресторанчиках есть такие штучки. Бумажные полотенца маленькие, там рядом вода, вы ложите воду, и оно становится большим. Так, вырос до такого размера. Нет, что-то посередине пока. Маленький, но уже больше, чем должен быть. Ну, смотрите, точно же вырос, но все равно в любом случае он такой маленький. Смотрите. Думаю, что им будет неудобно наносить нашу тональную основу. Сейчас мы с вами будем наносить тональную основу, посмотрим, как она выглядит. Может, она с кисточкой идет. И наш консилер. Посмотрим, как это смотрится. Так, сейчас мы с вами будем пробовать вот это вот средство. Смотрите, какая красивая коробочка. Huda Beauty. Так она называется, смешно. Huda. Ну, а как она открывается? Huda Beauty. А, просто вот так вот. Так, и вот смотрите, каким она образом выходит. То есть я думала, значит, есть такие тональные, с кисточкой просто размазывается. А это вот таким вот образом. Поэтому сейчас мне нужно будет взять какую-нибудь кисточку. Взяла вот эту кисточку, сейчас будем пробовать. Ну, давай, что-нибудь. О, пошло. Ну, так вкусная она, эта штучка. Смотрим, что же. Huda Beauty. Huda или не Huda? Пахнет какими-то цветами, что ли, не знаю. Так, цвет такой. Какой же я взяла цвет? Так, где же? Амаретто называется. Он не такой светлый. Медиум, мне кажется.
Очень мне нравится, пахнет как. Huda Beauty. Очень хорошая, кстати, встретим такой. Мне нравится. Мне нравится это средство, мне нравится запах его. Как каким-то парфюмом как-то пахнет. Смотрите, поближе. Видите? Что же, мы будем начинать краситься снова. Зима скоро, можно будет и краситься. Классно? Классное средство, мне нравится. Так, записывала видео, но забыла нажать, оказывается. В общем, только что я попробовала вот этот тарт под глаза. У него такая основа, даже не знаю, как сказать, такая очень плотная. И скажу вам по секрету, что мне больше нравится та, которая у меня от Dior. Но это тоже хорошая вещь, но мне больше нравится от Dior. Вот это очень классная тональная основа, мне очень понравилась. Первый раз пробую вот этот такую косметику Huda Beauty. Где же она вообще изготовляется? На арабском языке она как-то написана. Direction. В общем, я хочу попробовать какой-нибудь еще продукт из этой компании. И будем учиться с вами вместе делать макияж. Что мне нужно теперь, это тушь. Потом я хочу взять какой-нибудь, знаете, чтобы блеск вот здесь вот так вот наносить красивый. Как у людей по телевизору. Вот. И хочу взять себе, это, знаете, палетка, где там разные цвета, и попробовать научиться делать макияж глаз. Также мне будет нужна подводка. И еще есть такая пудра, которая называется baking powder. Это типа переводится на русский язык как пудра, вот это baking, в общем, для готовки что-то. В общем, такая пудра, которая вот так вот, скорее всего, что она и дает вот этот блеск. В общем, мне нужно, хочу пудру вот такую, baking powder, которая называется. Потом хочу блеск, который вот сюда вот так наносится, наносит сюда. Хочу новую тушь. И что-то я еще сказала, не помню. В общем, буду смотреть в этом магазинчике. Sephora я заказывала. Там всегда дают вот такие всякие пробнички, подарочки, мне очень нравятся. Попробуем еще вот этот тональник, наверное, завтра. Я думаю, что он тоже классный. И вот такая умывалка от Avalon. Тоже выглядит очень красиво. Вот, вот такие вот у меня сегодня для вас, как сказать, посылочки. Вот это очень классная вещь, всем рекомендую. Вот этот консилер не такой уж, он прям супер-пупер, как его сейчас все показывают там на YouTube, все рекламируют, но они, видимо, хорошо, мне кажется, вбахали денег, вот эта фирма Tarte, что они там всяких разных ютуберов приглашают в разные поездки, и там это как раз идет очень жесткая реклама вот этой продукции. Как говорится на английском, it's okay, но не так уж прямо great, что вообще прям вау. Нормально. Dior лучше. Мое личное мнение. Вот такие вот дела.